А мы в Словении приехали в Лидл для того, чтобы сравнить цены. Цены в евро, что нам облегчит задачу. Пойдемте посмотрим. Пачка 200 грамм. Молотый кофе 1,59, даже со скидочкой. И что тоже кава. Кава 2,99 за 500 грамм. Хорошая цена. Но это не арабика. А если это не арабика, то нас это не очень интересует. Так, тут есть побольше за килограмм. Можно 5,39. А это что? 5,39. Это тоже смесь, скорее всего, робусты и арабики. Поэтому не очень дорого. А вот это вот арабика. Вот если сравнить килограмм, это, считай, 10 евро. Вот, а тут 5,39 килограмм. Вот они, разница почти в два раза. Прикольно. Где наш любимый черный чай? Пока я не вижу его. Здесь я вижу всякие пакетики, да? Травяные. А вот, кстати, пакетики есть и какие-то, ну, это зеленый чай, фруктовый, какой-то этот, не черный. Ну, черный вот такой, он не Earl Grey, и это 50 пакетиков. Черный чай 0,89, вот эти вот пачки, да, 50 пакетиков. И 1,19, это вот этот вот Ginger Tea. Это с корицей и с апельсином. А второй? Да, второй это просто чистый, вот пьюр. А, это чистый. Пьюр взяла. Да. Так, ну а что насчет бананов? Бананы это же... Да, основная еда. Бананы, это... бананы новые конфеты, на самом банан. Деле. Потому что от них, ну, есть какая-то польза. Ну что у нас тут они стоят-то? 1,49, да? А, да, бананы, да. Я смотрю на какой-то пуреку, Колумбия, это, видимо, откуда они привезены. 1,49 за килограмм. Есть зеленые яблоки 1,69, апельсины. Или что это? Нет, это грейпфруты уже 1,49. Да. А вот био апельсины 1,99 килограмм стоят, 2 евро килограмм. Здесь вот эти био-лимончики за 1,49 500 грамм. Здесь 1 евро за 500 грамм. То есть био они подороже, потому что это био. Вот и авокадо тоже, да, за... Доплата за то, что они вот упаковали в другую немножко упаковочку и такой вот нацепили хенгер. Девственник, очевидно. Здесь 2,79 это за 2 штучки. Да, а здесь 1,49 за 1 штучку. Я обычно такой беру, на самом деле. Большой взял и прям кайф. Да, местные яблоки. Вот сладкие яблоки, видишь, 1,49 по скидке. Пахнет? Да, что? Да, килограмм, да? Ну, килограмм, да, килограмм. Не, не пахнут. Не будем брать. Ну, вот. Ягоды. А видишь, тут в чем прикол, что они пишут, кстати, откуда. Вот у нас мало пишут в Словакии, откуда продукт, а тут прям написано. Американская. Американская, прикинь. 4,99 со скидкой за полкилограмма. 5 евро за полкилограмма. Хорошая цена. Вот. А можно взять вот такой смешанный набор ягод. 3,99, 4 евро. 4 евро за 250 грамм. Ну, проще вот этот, конечно, взять. Вот. А малина отдельно стоит 25 грамм. Вот такая маленькая упаковочка стоит 2,39. 125 грамм. Так, ну что, вот смотри, новый урожай, видимо. Клубничка. Она пахнет. Она выглядит так, что еще дозреть надо. Ну да. Ну вот 2,49 за полкилограмма пачка. Ой, кстати, вот эти прям пахнут. 500 грамм за 2,49. 2,49. Это прекрасная дынька. И вот шоколадки. Это вот они 0,78 стоят, а те стоят 1,19. Да и там 100 грамм, да. Еще дешевле. Вот они 0,49.
Молочный шоколад. Классно. А это дешевый хлеб должен быть. Ну, это упакованный хлеб, который здесь не выпекается. Просто там то, что выпекается, а тут упакованный пришел. Вот 1,69 и 1,59. 1,69 это прям килограмм темного хлеба. Смотри, какой он. Красавец вообще. И батон, да, это белый вот батон обычный. Килограмм 1,19. Такие прям, ну, всю семью хватит на несколько. На большую многодетную славянскую семью. То, что... Вот мой выбор. Вот твой выбор. Вот они, нет? А смотри, они тут двойные. Ванильный этот, с какао. Двойная начинка. С какао? Ну, давай. Да, вот они, 2,39. Самые дорогие тебе выбрала. Ну, взять за 1,39 и килограмм там дешевле в два раза. Давай. Провисеть. Нет, устроить вполне. Круассанчик. Кто любит вот фруктовые мюсли? Сколько они тут примерно стоят? От где-то 2,49, я смотрю, пачка. Это 2,99 должна быть. А, нет, это 2,99, 750 грамм. Что, прям такая увесистая пачка. Выглядит неплохо. А еще можно купить целый килограмм. И заплатишь это... всего 2,49. В смысле? Мюсли? Мюсли, да. Вот. Ну что, всякое разное печенье. Вот дорогое, не это австрийское, 2,87, 400 грамм. А есть и дешевле, как чего. Коровка. Коровка. Сколько грамм это? 300 грамм, 1,29, такой пакетик. Да. Наша знакомая коровка. Наша любимая коровка. Мясные всякие штуки. Вот, смотри, лицо. Какой большой, да, этот, да, большой. Шкаф у них холодильный. И тут разные, вот они чевапчичи как раз. То, что вот мы ели с тобой, помнишь, из фаршика сделаны вот такие вот котлетки. 480 грамм, 1,99 уже со скидкой. Да, вот они уже сформированные котлеты для бургеров тоже. А, плесковица, которая называется у них. 1,87 за 450 грамм. Филе лосося с кожей, 15,99. Это за килограмм. Вот так вот выглядит. Нормальная цена. 15,99 за килограмм. Вполне себе. А у нас почем? А, чуть дешевле, по-моему, было. 14, да. Даже 13,60 что-то. Ну, у нас редко лежит в магазине этот лосось, как в Советском Союзе. Выбросили, значит... Ну, ладно. Покупать. Что такое говоришь? О, посмотри, какая красота. Кикас. Сарделла. Сарделла. Вот 2,69 это за 400 грамм. Красиво. Тут много рыбы, в отличие от словацкого рыбы. Вот, свежая дорадо за 9 евро килограмм. Переезжаем в Словению. Смотри, Словения прям, да, мне рыба очень нравится. А вот смотри, какая кивечка. Это же соленая. Это анчоус. О, да, да, анчоус. Угу. А сколько они стоят? 2,99, 300 грамм. А это что такое? Это осьминога? Осьминожка. Блин, 3,99 за 400 грамм. Смотри, кальмары. Бискут. Это в Лидле продается. 6,99 это за 500 грамм. Это карп свежий, свежепостров. Видимо, да, 5,49 за 550 грамм. Блин, рыба, рыба огонь. Собаки рыбы вообще почти нет. А непонятно почему, это ж Лидл. В общем, ну что тут такого? Вот она, свинина замаринованная. Это ребрышки замаринованные. 8 евро за килограмм. Да. А это вот какие-то нарезанные уже а-ля какие-то эти скалопы. 4,79, 400 грамм, да? Да. Да. Вот. Пойдем дальше, да? Вот они как раз. Ветчина 2,29, 200 грамм. Этот хамон 100 грамм, да, 1,69. А это куриная ветчина 2,39, 200 грамм. Да. Вот еще такая есть, такой в мягкой упаковке. 1,69, 80 грамм. Ветчина. Прям красиво выглядит. А здесь йогурт такой в баночке 0,89. Недорого. А это, кстати, видишь, смотри, ассорти 2,79. Тапосы. Тапосы. Где?
1,99 80 грамм. Дорого, но зато тут прям так красиво все выглядит. Да там есть нечто. А, тут я вижу... И это прям стейки, что ли? Я тут вижу, да, стейки. Стейк рибай 300 грамм 4,79 по скидке. А здесь филе миньон 4,99 тоже по скидке, но это 200 грамм, да? Стейк 300 грамм, а филе миньон 200 грамм стоит. А тут рамстейк какой-то, 300 грамм, 6,29. Ну, какой-то этот прям мажорский. Мажорский. Смотрю, тоже ветчина разная. 2,49, 175 грамм. Это пожирнее, деликатесная ветчина, 1,19. Смотри, сколько тут всего. А это ребрышки, 6,39 за килограмм. Копченые ребрышки. Да. Цена за 100 грамм, какой-то сыр Седвар, сыр 1,80, это итальянский сыр Пекарина 2,30, боже мой, что он такой дорогой-то, масса эти 2,30, 2,30 за 100 грамм, очень дорогой сыр, на мой взгляд, вот, это с белой, ой, с голубой плесенью, 1,39 за 100 грамм. Тоже вот такие вот кусочки. Вот. Грана Падана 2,79, 200 грамм. Это сыр попроще уже. 3,49, эмменталь можно взять за 400 грамм. Вот. А это такие брусочки. Еще дешевле. Видишь, вот такой эдаменс какой-то. 3,65, 500 грамм. Если на большую семью то взял и порядок. Или видишь слайсы какие? Вот большая пачка, фига себе, блин, килограмм нарезали сыра. Фига, да. 7, ну, 8 евро за килограмм, и он уже нарезанный. Что же, нарезки разные. Чиз-микс 1,49, 200 грамм. Вот. Давай посмотрим моцареллу. Моцарелла дешевая, 125 грамм, стоит 0,85. Вот. Ну, такая сухая, вкусная моцарелла, очень люблю ее. 1,49, 140 грамм. Филадельфия. Филадельфия 2,88, 175 грамм. Масло сливочное, вот, которое мы берем. 1,69, 250 грамм. А, это биомасло. Интересно, чем оно отличается от обычного. 2,15, 200 грамм. 1,69. Сметана. 0,48, 180 грамм. Называется 12. Тоже кисло-сметана. Кисло-сметана, да. Но только у нас там сметана, а тут сметана, по-моему, насколько я помню. Да, но могу ошибаться, извините. Молоко 250 грамм, ой, 250 миллилитров, 1,79 свежее молоко. Слушай, а я не видел такие большие словаки. Ну да. Пачки. 20. Может, они есть. Может, они есть. 400 грамм. 1,09 стоит. Да. Кефир 400 грамм, 1,5%, 0,59. Йогурты, ой, йогурты. Шовые 0,49 за 125 грамм. Есть какие-то 0,39 тоже йогурты. Но этого добра, слушай, навалом везде. Полочка с товарами. Кстати, смотри, макароны твои есть со скидкой. Ну вот, давай посмотрим, что там они стоят. Видишь, они уже не в таком товарном виде привлекательном. А, скидка 30% скидка. Было 4 евро, а теперь 2,79 евро. А где срок годности? До 5 мая. До 5 мая. Что, взять, что ли? Отравимся до 5 мая. Как думаешь? Нет, еще же не 5 мая. Ну, давай возьмем, что. Если вдруг с нами что-то случится, то, знаете, это макароны. Мороженое, да? Тоже можно сказать, что вот есть. 2,19 стоит пачка 6 мороженых, 6 порций по 125 миллилитров. У нас тоже это продается в сравнении, да. Цены со Словакией, кстати. Да, можно сравнить. Тут 12, 2,79. А тут 12 порций, но они маленькие, по 50 миллилитров, 2,79.
Да. Вот есть вот эти разные, которые мы брали, 12 порций, 2,79, маленькие, 50 миллилитров. Вот это вот тоже вкусно. Вот. Либо большие. Если большие, то их 6, и 2,19. Вот эти вот получаются выгоднее, чем вот маленькие вроде бы. 1,5 литра газированной воды 0,29. 1,5 литра. Какая-то это минеральная, у нас тоже она продавалась, я видела, в России 2 евро литр стоит. Там особая минеральная вода. А есть дешевая водичка, это 0,5 литра стоит, 0,19. Так, ну, Кока-Кола. Мне кажется, индекс Кока-Кола самый надежный. Не уверен, но... Кока-Кола. Какой-то у них тут это дизайн евро 2024, футбольный дизайн, посмотри. 1,59 стоит 1,5 литра. 1,5 литра? Угу. Обычный. Один, 59, 1,5 литра без сахара. Энергетики, вот Monster энергетик. 1,48 за банку. 5 миллилитров. Большая банка 0,5, да. 1,48. А Red Bull маленькая банка 1,45. Килограмм вермишеля 1,49 стоит. Такой простой. Вот это вот типа минутка. Такая для супа 1,59 стоит полкилограмма вермишеля. Какие-то звездочки. Смотри, звездочки есть. 1,15. 500 грамм? Да. 1,50. Евро 15. Евро 15. Да. А есть такие гнезда, вот эти вот, как фетучини. Фетучинки. Да. 1,49. Красиво. Лапша. Давай скажем, вот пиво Мелкопоповицкий, Козел, 1,39, пиво 0,5 литра. Не будем брать пока ничего? Нет. Хорватского пива будем. Окей. Okay. Яйца. Яйца. Здесь упаковка 15 штук, стоит 2,95. 15 штук. А 10 штук стоит 2,35. Есть подешевле, 10 штук, 1,99, 2 евро, свежие яйца, 10 штук, 4,89 стоит 30 штук, XXL, окей, это сахар, стоит 0,49, ну то есть 0,5 евро килограмм, обычный сахар. А вино мы не хотим с тобой взять? Хочу вино, хочу бы не хотеть. Так, здесь у нас Zinfandel из USA, 3,49 стоит 0,75. Американский вино? Да, Zinfandel. Это Shiraz, который австралийский, и 3,49, прям совсем недорого. Вот Розе, кстати, я бы взяла его, 3,49, американский Розе, Zinfandel. Ну это же прям вообще фьюжн какой-то. Я что-то местное возьму какое-то. Бали. Ясно. Вот аргентинская Мальбек. 3,49. Там дальше вино есть. А вот еще, видишь, Примитива. Очень вкусное вино. Это для ренегатов. Это вот итальянское. 3,90. Для ренегатов. Камера стоит, снимает, а потом пиндели дает на выходе из магазина. А вот шампанское. Это же Розе. 7 евро стоит бутылочка. Такая вот. Непонятно, откуда оно. Ну. А, это славянское, кстати, вино. Ну да, смотри, какое солнышко доброе. Янжевец. Янжевец. Это, да, это Словения. Вот Розе еще такое. Там было как шампанское, а тут 3,99 стоит вино. Вот еще такое есть, смотри, тоже славянское, фамильное какое-то вино, 4 евро за литр, вот, и это тоже литровое, видишь, 4,79 сухое вино, тоже местное, подсолнечное масло, стоит литровая упаковка 1,29.
Вот оно, да. Это, а это? 1,75. А это, которое рапсовое, 1,75. Оно, кстати, стоит дороже. Рапсовое 1,75. Да, да, да. Да, вот оно здесь должно стоять. Вот. Мерчендайзером подработали, да, на немножко. Скидку на выходе. Да. Это нормально. Орехи. Орехи у Лидля 200 грамм. 3,99 такой пекан. Здесь у нас это бразильские орехи. 3 евро 200 грамм. Да? Это кешью 2,59 за 200 грамм упаковка. Так, что тут еще интересного? Это эти лесные орехи. 200 грамм 2,58. Грецкие орехи 2 евро. Ну, такая пачка 200 грамм. Та-дам-та-дам. И давай еще покажем миндаль. Да? 2,69, 200 грамм пачка. Вот. Ну, обычная картоха. 2. Обычная 21. Картоха 2,29, 2 килограмма. Но она, видишь, так выглядит чуть похуже. Вот. А есть еще более обычная, мелкая и грязная. Евро стоит. За кило. Да. Чеснок. А, не вижу цену. 29 сама. А нет, со скидкой там ничего не видно. Ну, не видно, да. Зато лук 2 килограмма 2 евро. Лук 2 килограмма 2 евро. Фасоль. Что будет варить? 2,29 за фасоль. Не игрушка, так говорит. Бабушка. А, лук на развес 1 евро. Это что? Это у нас спаржа 3,99. Все, хочу как-то спаржу приготовить. Морковка 1,49 стоит упаковка. А здесь килограмм обещают. Да, грибы стоят 1,59 за 400 грамм. Это огурчики. Огурчики 1,49, 250 грамм. Маленькие, это как бакинские, смотри, похоже. Они гладенькие, видишь, такие без пупырышка. Без пупырышек. Угу. А это вот прям такой большой, видишь, огурец. 1 евро огурец. И бакинцы бы сказали, вот это настоящий бакинский огурец. Смотрите, какой большой вообще. Это не бакинский вообще. Смотри, какие помидоры красивые. Прям вообще один к одному на подбор. 3 евро 850 грамм. Если бы у нас такие продавались, я бы взяла. А у нас такие дома не продают. Домой это не довезем? Нет, конечно. Да. Карт.